Привет, друзья! Что сегодня сулят звезды? Ставим лайки и поехали! Овен, в этот день лучше всего ничего не планировать. Вашим планам не суждено сбыться. Постарайтесь не нервничать и сильно переживать по этому поводу. Это еще не конец, и в будущем удача опять вернется к вам. Телец, следите за своими финансами и будьте осторожны в магазинах. Огромные дорогостоящие покупки будут лишними. Отложите лучше ваши деньги на праздники. Близнецы, этот день благоприятен для творческих людей. Удача улыбнется вам. Не отказывайтесь от новых знакомств и возможных партнеров. Успех, и вы сегодня одно целое. Рак. Вас ждет длинная деловая поездка. Постарайтесь все сделать четко и размеренно. Вас ждет успех только в случае вашего благоразумия. Рисковать вам ни к чему. Лев. Вы можете остаться без ваших союзников, а виной всему ваш острый язык. Не нужно быть такими категоричными. Иногда нужно идти на уступки. Дева, постарайтесь в этот день не загружать себя ненужными делами. День будет очень спокойным и без лишних стрессов. Вечер посвятите активному отдыху. Лучше всего сходить в театр или кино. Весы, очень тяжелый день. Вас ждет ряд неприятностей и на работе, и дома. Нужно будет многое успеть и проявить терпение. Скорпион. Запас ваших сил и энергии куда-то подевался. У вас постоянное чувство усталости. Не игнорируйте эти симптомы, а займитесь своим здоровьем. Проблемы на работе никуда от вас не денутся. Стрелец. Удача снова будет на вашей стороне, но не нужно ее испытывать. Займитесь своими привычными делами или же приведите в порядок отложенные. Вечер посвятите близким людям. Козерог. Вас ждет успех на любовном фронте. Неожиданная и приятная встреча со старым другом сделает ваш день особенным. Покажите окружающим свой шарм и обаяние. Водолей. Вас ждет неожиданная встреча с прошлым. У вас появится возможность исправить старые ошибки, но не сильно обнадеживайте себя. Вас ждут и упреки со стороны друзей. Рыбы. В этот день лучше всего быть как все. Не нужно спорить с начальством или коллегами, это только навредит. Будьте спокойны и ждите вечера. Вас ждет сюрприз от любимого. На этом я с вами прощаюсь. Подписывайтесь на наш канал, жмите на колокольчик, а также не забудьте перейти на наш сайт «Остроумно», странички в Instagram и Facebook. Ссылки в описании.